Ну что, друзья, фиксируем новый исторический рекорд давления 779,5. Когда говорили, что 767 рекорд по Москве, и это уже невыносимо, у нас было 773, и я думал, что это предел, который может быть, но вы видите, что творится. На ваших глазах еще повысился. Если будет 780 установлено, то я думаю, что мы долго сохраним такой рекорд. Но тяжело. Все-таки в возрасте, как я понимаю, тяжело. Все у меня окружающие говорят, что и встать не могу. Сосед вчера говорит, не знаю. А я думал, я прямо уже заболел. Решил вызывать скорую. У него нет вот такого, значит, измерителя давления. Кстати, вы спрашиваете, что же за у меня за такая станция? Я не знаю. Когда-то давно-давно я ее купил. У нее еще и был наружу термометр, который оборвался. Здесь вот не знаю, увидите ли вы или нет, чего-то написано. Но я думаю, сейчас не проблема такие станции найти. Этой-то лет 5 или 6 у нас, да больше точно есть. Но полезно, кстати. В общем-то, хотя бы понимаешь, что от чего с тобой происходит то или иное состояние. И не стараешься на таблетки или на что-то, просто стараешься с поведением или чем-то отрегулировать это состояние. Все, здоровья вам всем, берегите себя. Это действительно удивительно, то, что мы сейчас наблюдаем. А за окном при этом прекрасная погода. Красивейшее утро. Сегодня был мороз. До сих пор вон в тени. Да, вон до сих пор, видите, на траве белый. Иней лежит, не растаял, и 0 градусов, но при этом, конечно, прекрасный вид, прекрасная погода, и мы, наверное, сегодня с вами еще погуляем. А так берегите себя, здоровья вам всем, радости, аминь.